Сегодня у нас такой, и вчера был концерт, но я не записывал ничего. Пойду сейчас запишу, посмотрите, как народ там танцуют и поют. Совсем не гармонирует, да, с такой темой я сегодня хотел поднять. Тема очень жесткая, жестокая. По мере продвижения к морю буду рассказывать. Сегодня у нас окончательный разговор состоялся с Анной Матис. Давно идет у нас с ней такой диалог, ну, в плане я выступаю в роли такого как-то друга, так сказать, защитника, советчика, опекуна. Я ей говорил, давай я буду поработать над твоим образом, мне не нравится, ну, всем фактически не нравится. Я так думаю, что она вот так вот волосы делает, такой вот у нее прикид. Ну, много чего. Вот клип сняла недавно. Все увидели, что у нее, соответственно, нужно брекеты. Ну, так снял оператор специально. Я так думаю. Больше другой причины нет, что мы увидели просто все задние стенки зубов и все остальное. Ну, снимать абсолютно не умеет. Никто ему не сказал. А может, ну, я говорю, что он делает это специально. Но неважно. Я говорю, у тебя должен быть идеальный вид. Должно работать над твоим образом, чтобы ты... Вот показал ей, как, на каких фотографиях, которые сняли специалисты, как она выглядит красиво, что волосы назад, что волосы вперед. Все должно быть идеально. Нет, у меня ничего не должно быть идеально. Вон Пугачева посмотрите, а у тех посмотрите, у них там то, у них там все. Ну так, кто ж Пугачева, кто ж смотрит эту Пугачеву и всех остальных? Это отбросы нашей эстрады. Они не останутся никаких там, не то что десятилетиях. Вот. Ну, это люди, которым они нравятся, всякие там Кобзоны и все остальные, все эти старичье, которых заставляют это все слушать. Я так думаю. Ну, или которые выжили из ума, деменцией страдают. Ну, не важно. Главное, что человек абсолютно не хочет воспринимать такую здоровую, добрую критику, а воспринимает ее, соответственно, с негативом и фактически ставит крест над каким-то творческим ростом, над каким-то прогрессом, над каким-то еще что-то. То есть, когда я сняли клип, мне все написали, что я самая красивая, самая... Я говорю, ну это же лицемеры. Только друг может сказать тебе, какие у тебя были ошибки. Значит, как я говорю, тебе уже некуда стремиться, все идеально. Все, ты будешь ползать на этом уровне. И уже выше этого уровня никогда не поднимешься. Соответственно, сперва разговор шел так, что я что-то пишу. Говорит, а почему вы задеваете? То есть там нельзя было ничего касаться. Там, вы подразумеваете, что я что, не умная, что ли? Там, или, да я говорю, ничего не подразумеваю. Это вот такой вот тип людей. Они начинают сперва... Когда еще начинается, он говорит, а что вы, вот вы неправильно, вот вы подразумеваете, вы меня оскорбляете, ничего не оскорбляю. Просто какие-то такие слова говорю, что примерно нужно изучить то, нужно, а вы что, знаете, я не знаю, что вы не знаю. Потом начались уже прямые оскорбления в мой адрес. То есть мои разговоры, когда она там пошла по каким-то детским домам, соответственно, вот. Она пошла, я говорю, ну, там, наверное,
Там, смотрю, все, они говорят, все уголовники. Я говорю, ну все же уголовники, это же фактически геи, латентные, еще ли какие-то. Посмотрите на их негативную реакцию с, ну, в отношении каких-то там меньшинств, геев, еще каким-то. У них идет агрессия, то есть, ну, по всем канонам психиатрии это латентные геи. Почему они тогда стремятся туда? Ну, чтобы быть пассивными или активными, им нужна вот эта среда, где все это можно делать. Им этого не хватает. Ну, значит, она говорит, нет, это остальное. Ну, в общем, ничего со мной не соглашается. Не то, что не соглашается, а выставляет меня, что я неправильно взгляды на жизнь, что я прожил зря свою жизнь, что я, в конце концов, дошло до того, что я псих, мне надо срочно идти в психбольницу. Когда я ей написал, что да, ты молодец, хорошо ходишь по детским домам, для имиджа это очень полезно, у имиджа очень это нужно, так пробивается. Нет, я не из-за какого имиджа. Я хожу туда только лишь потому, что... Я интонацию передаю, потому что я понимаю, что не возникает. Что я хожу туда и только по своим каким-то воззрениям, на что нужно всех жалеть, что у нас не хватает там сострадания, не знаю, чего. Ну, я говорю, что, ну, в принципе, я говорю, ничего же, это правильно. Ну, говорю, ну, ты что, настолько глубоко все это веришь? Вообще-то, я говорю, эволюция против этого всего. Я просто передаю этот разговор, потому что он, в принципе, такой общественный. Эволюция против этого всего. Как это эволюция? Это против вас эволюция. Я говорю, ну что ж, ты хотела иметь таких детей, получается, что вы, кто вот это культивирует, окружает их любовью, окружает их заботой, что вы просто рады, когда такие дети у вас рождаются, или вы хотите иметь таких детей, чтобы их становилось больше. Потому что, ну, здоровым детям никто не рад. Здоровым детям никто не помогает. Здоровых детей не любят, их бьют, и всяко разно к ним относятся. А вот когда они попадают вот в эту группу, сразу начинается экономическая, финансовая, ну, говорю, всякая физическая помощь, им привилегии различные. То есть, говорю, вы идете против эволюции. Ну, я говорю, ну идете, но отрицать-то этого не надо. Нет, вы идите, вы Гитлер, меня обозвали уже Гитлером. Мы обозвали все. Вот я подумал в связи с этим, начал задумываться насчет Элоидовича, да. Ну вот, про Гитлера, что мне стало интересно в связи с этим разговором. Всегда какой-то разговор наводит на какую-то мысль. В Гитлере нет ничего хорошего. А так ли это? Ну, с точки зрения эволюции. Чем он, собственно говоря, занимался? Он занимался естественным отбором. Что, в принципе, приветствует эволюция. Но это факт. Вот, допустим, евреев взять. Взять евреев, еврейскую нацию. Не стала ли она лучше, и не стала ли она процветать после вот этих всех гонений? Ведь, глядя на то, что творилось, я видел, какой покорностью они шли. Мне просто было удивительно. Они собирались в местах, где им приказывали, их потом расстреливали. Они шли, ну, говорю, в концлагеря, они собирались вещами. Они были такие дисциплинированные и такие, так сказать, терпилы, и такие ничего из себя не представляющая нация, вот, что вот сколько ему пришлось фактически уничтожить, пока они не поняли, что мы не будем больше так поступать, мы будем сопротивляться. И сейчас они очень перестроили всю свою структуру. Они перестроили, что нам люди нужны не которые знают Тору, а которые разбираются в физике, химии, чтобы отстаивать свои права, свою жизнь по сравнению с внешним миром. И они так испугались этого, и так произошел отбор людей, которые сопротивляются, что они противостоят сейчас буквально в 100 раз превосходящим силам окружения, которые, соответственно, дальше пытаются их уничтожить. Он фактически создал вот этот цвет нации, создал нацию, создал страну, ну, Израиль, все остальное, создал пример. То есть с точки зрения эволюции вот такая картина отрывается. Также здесь с этой страной было много народу, но они все из себя никто ничего не представляет. Нет героев, нет каких-то таких лидеров, нету. Все абсолютно, ну, как говорят, ничего не себе не представляющая нация. Давил царь,
уже были кое-какие, сделали революцию, потом Сталин занимался отбором, вот, и все равно они, конечно, уже были, что-то из себя представляли, но не до конца. Так это все и осталось, и так они остались терпилами, и не сбросили с себя это ярмо. Сейчас благостная администрация, ну, ельцинско-путинская, тоже занимается этим. Им можно вину поставить только, что они слишком мягкие. Они, значит, давят, ну, как-то постепенно, как-то все постепенно, но они целенаправленно это делают, и это, в принципе, с эволюционной точки зрения, это очень хорошо. Это дает возможность проявить себя, дает возможность проявить нации, дает возможность возникнуть героем, возможно, каким-то гением, которые поведут за собой, которые применяют все это. Ну а если этого не возникнет, то нафиг такая нация, она должна исчезнуть. Вот, допустим, Путин, уже все, не только я говорю, уже я услышал это, что ему должны памятник украинцы ставить, что только вот таким способом можно воспитать, соответственно, костяк, когда они сплотятся вокруг внешней угрозы и отбросят все вот эти вот беготню с какими-то там иконками, с какими-то вышиванками, с какими-то еще чем-то, а начнут наконец-таки поднимать промышленность, науку, всякие там, как им говорить, стартапы, все остальное, ну, то есть опора, чтобы каждый не занимался там, как в Америке, изобретанием новых полов, то есть не полов, а на котором мы ходим, а гендерных полов. А вот у Америки нет внешних врагов, они живут на острове, и поэтому у них такое разложение общества. Вот когда была Вторая мировая, там никто не носился с этими, с другими, никто не занимался, они противостояли коммунизму, они прекрасно понимали, что это такое. Вот. Ну, некоторые нет. Вот. Ну, я и говорю, на то и нужен коммунизм, на то и нужна эволюция, чтобы получается, делать отбор, потому что мы прекрасно знаем, сколько было в лагерях замучено, сколько было смертей, сколько было того, сколько было сего. И сейчас уже опять появились молодое поколение, которое не хочет изучать историю, не хочет изучать фактов. То есть опять вот это вот строение мозга, которое без критического мышления, оно стало проявлять себя. Они опять говорят, что Сталин все было правильно. Ну, с эволюционной точки зрения правильно. Что с СССР все было хорошо. То есть опять хотят вернуть то же самое. То есть не до конца еще додавили народ, чтобы даже сама мысль, чтобы на генетическом уровне даже было отторжение вот всех этих идей, что нужно быть терпилой, что нужно воровать, что нужно красть, что нужно убивать, что нужно еще остальное. То есть не какими-то моральными ты это не искоренишь. Это нужно вот только вот таким образом. То есть отбором, отбором, еще раз отбором. Только проблемы, смертельная опасность сплочает, так сказать, цементирует нацию и отбрасывает все эти ненужные какие-то разглагольствования, ненужные идеи, которые мешают только. Только смертельная угроза может наладить эту жизнь. Такова эволюция. Ей нужны вот эти, так сказать, трудности, времена, лихие времена, так называемые. Потому что, ну, когда все кругом спокойненько, хорошо, как она поймет, кто лучший? Где соревнования? Соревнования нет. Кстати, самый постулат социализма и коммунизма – это равенство. То есть нет никакого соревнования, все равны, все должны быть на одном уровне, а эволюция не приемлет таких. Тут всегда выживает, должны выживать лучше. В этом залог прогресса и мира. Вот это все знают, но почему-то забывают. И когда мне начинают умиляться и тыкать вот этих больных детей,
Я говорю, ну вы занимаетесь-то, занимаетесь, да. А почему вы равноценно не занимаетесь здоровыми детьми? Почему вы на них внимания никакого не обращаете? Почему это вы создаете вот этот культ? Да, мы милосердны, да, мы сострадаем. А почему вы лицемерите и играете вот на этом? То есть делаете деньги на этом. Также и Матисс, когда я ей сказал, что, наверное, это лицемерие, когда тебе все говорят, что какая ты красивая, все прекрасно, никто даже тебе ни одного словечка, ну, какого-то, чтобы ты скорректировала в своем клипе, не скажет, что это уже очень тревожный мотив, когда нету хороших и положительных, и таких... таких отзывов, что вот здесь могло быть лучше, здесь надо лучше сделать, это надо по-другому сделать. То есть это очень-очень тревожный мотив. Это путь в такую бездну краха, в бездну деградации полной. Но тут опять же не объяснишь. Если человек считает себя непогрешимым, она верит, кстати, очень сильно в Курпатова. Я говорю, что, ну, сейчас много уже вот, ну, скандалы-то ладно еще с ним. Но сама, когда я вижу это лицо, мне хватает 5 минут, потому что она настолько мне с манера. Это же вековая, многомиллионная, так сказать, способность определять человека. Просто не говорю, что сразу, а просто 5, 6, 10 минут, 15 минут. Вот, и можно все определить про него. Ну, то, что ему дали там премию «Врал», что расписали полностью, как он манипулирует фактами. Одни факты замалчивает, другие выпячивает, придумывает факты. То есть это о многом говорит. Человек делает деньги. Делает деньги вот на таких каких-то заблудших. Он, соответственно, владеет всякими способами манипуляции, сознания, программирования и все остальное. Он просто делает людей калеками. Есть еще такая одна же, еще только женщина, вот она тоже психолог, как надо. Мне хватило опять же 6 минут, чтобы ее определить. Сейчас вылез ее ролик с Ксенией Собчак, когда она говорила, что почему Собчак ее спрашивает, почему вы высказываете, что, допустим, Дудь гей? Ну, я вижу по его манеру, она отвечает, и потом он посмотрит, ну, говорит, ну это уже ваше мнение, держите его при себе. Ему неприятно это слушать, может быть, нам неприятно. Зачем вы его высказываете? Абсолютно. Вот. Если он про себя хочет это сказать, пускай он скажет это. Ну, вот такие психологи. Она хочет лечить людей, но тем на самом наносит ему непоправимые раны, калечит его или еще что-то. А когда им начинаешь рассказывать, ну, вот этим пострадавшим, что вот от чего у вас проблемы, вы обладаете, воспитываете в себе критическое мышление. Вы хотите, как мне сказала, опять же, Матисс, вы хотите на чужой славе сделать свою славу, вы хотите, да ничего я не хочу, у меня чем меньше подписчиков, тем еще, тем лучше. Я, можно сказать, после Перельмана уже получается, я все сравниваю, допустим, товарищ Солонин, он молодец, хорошо говорит, прекрасные ролики, за словом в карман не лезет. Но даже вот он несколько лет назад, или год назад, или когда-то еще спрашивали, что война с Украиной будет абсолютно невозможна. Ну, тут я понял, что он не дотягивает, конечно. Вот, не дотягивает. Сейчас он уже говорит, что читая какие-то там ультиматумы на НАТО, он уже сомневается в здравомыслии, что эта война все-таки, наверное, возможна. Ну, вот видите, как он... Они насколько... Насколько, для чего нужны гении, так сказать? Насколько они видят узко? А гении, ну, допустим, как я, они смотрят сразу на всю картину целиком. И все эти шахматные ходы заранее уже как бы знают. Вот. И все эти предсказания мои, которые я делаю, ну, даже сказать неизвестно для кого, потому что, ну, ни один человек еще пока не спасся. Не взял руки в ноги и быстренько отсюда уехал. По крайней мере, в моем окружении. Хотя я по-дружески всем рассказал, хотя я не обязан это делать, абсолютно бесплатно. Ну, фактически, что дороже жизни, да? Но никто мне даже рубля еще не заплатил, а только я в основном
вижу в этом, как говорится, негативное восприятие, негативные отзывы о себе. Как же произошло и с Матисс. Ни одним словом я еще не оскорбил. Говорит, почему вы... Ну, я уже теперь как бы отписался от нее. Потому что, ну, с таким человеком я не могу дальше сотрудничать. Мы хотели, как я говорил, что, ну, призвать ее к помощи своему проекту. То есть проделать концерт, высадить деревья. Вот все вот эти вот художники всякие разные, они много чего делают. Снеговиков расставляют. Но от этого, как говорится, природе ни холодно, ни жарко. Ни одного деревца, ничего, ни ландшафт никак не улучшили. Вот, то есть они потребляют какие-то деньги, о чем-то рассказывают. Все это такое поверхностное. Почему я еще и выпустил этот ролик вчера или позавчера, когда я рассказал, зачем нам нужна вот это искусство. Это, в принципе, тренировка мозга инженеров. Тренировка мозга моя, вот тренировка других, которые действительно что-то создают, действительно что-то меняют. А эти лицедеи, так сказать, они могут нам только подать какие-то идеи, развлечь нас, успокоить, отвлечь. Мы можем на них, так сказать, потренироваться. Вот и все. Вот для чего они нужны. Ну вот я и говорил, еще раз, я мысли не досказал, она говорит, что вы обосрали мой вид, мой прикид, мой макияж, мое все. И сказали, что я некрасивая. Я говорю, я не говорил, что ты некрасивая. Я говорю, что ты хочешь выглядеть некрасиво. Это большая разница. А если ты хочешь выглядеть красиво, нужно сделать то-то, 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 то-то и то-то. И все. Нет, это же личное оскорбление. Ну, это вот такое строение мозга, которое, ну, правильно все, я даже стал уже размышлять, что правильно говорят, что женщины, вообще не надо ничего объяснять, надо относиться к ней пренебрежительно, потому что, ну, явно они не дотягивают до мужского мозга, и фактически уйти у нее на поводу, и даже здесь она, имея втрое меньший возраст меня, она меня жалеет, как она говорит. Она говорит, что вам надо перестроиться, она говорит, что надо сделать то, что надо сделать все. Вот, таким образом. Это выглядит настолько глупо, что, ну, просто руки опускаются, говорит, ну, как можно, с таким человеком надо просто забывать. То есть еще одна надежда умерла. Попишу здесь. То есть как должен поступать, как я говорю, советую людям, что, которые хотят чего-то добиться в жизни. Нужно... соглашаться, говорить, да, я не дотягиваю, да, я что-то еще. А если тебе говорят, что я оперная певица, и все, у меня уже все, весь мир передо мной, я такая вся принцесса, вся из себя. Я говорю, ну что ты даже не в штате Мариинки, а только за штатом. Где твои? У меня какие-то контракты в Европе. Ну хорошо, есть контракты, возможно. Но вести себя таким образом, что... я достигла совершенства, и теперь все должны мне. Да никто тебе ничего не должен. И я в том числе. Только трачу свои нервы и свое время на какие-то... Ну, я всегда, в принципе, только... Потому что я ищу человека. Я ищу человека. Зачем я это делаю? Я ищу человека. Ну, до сих пор я еще пока фактически ни одного не нашел. Ну, то ли настолько я гениален и умен, что мне очень трудно с ними сообщаться. Я как будто действительно представитель какого-то будущего или инопланетной цивилизации. Ну так, в принципе, оно есть. Меня это очень, очень огорчает. Неужели они настолько глупы все? Что они практически, когда же им даже показывают, что вот так, они не видят этого. То есть, говоришь на примерах, какие-то логические примеры, логические цепочки выстраиваешь. Вот таким образом и все. Я говорю, ну вы же потом будете все это дело расхлебывать. Вот как вы не сопротивляетесь, вы не проявляете ничего, вы потом поимеете много-много смертей. У вас будут такие бойни кровавые, что вы ахнете просто. Что нужно повышать физический, а в основном умственный уровень нации. Это делать можно только образом, что не культивируя каких-то больных и каких-то отклонений, а наоборот, приветствуя
и находя причины этих отклонений и устраняя их, допустим, плохая экология, химические какие-то мутации в основном. Ну, даже там вы никто не корректирует, а фактически, как вот мы видим в Америке, все, кто сошел с ума, можно сказать, все имеют равные права. Вот почему эти бабушки, которые, как я видел, сидят и рассуждают, что наши космонавты пролетали мимо Марса и там воды нету, могут фактически указывать молодым, что им делать, и ходят на голосование. Почему существует всеобщее избирательное право? Почему эти производящие силы имеют свое право голоса? Это надо полностью искоренять, конечно. Это будет так и сделано, потому что такая нация, такое общество, в котором действуют такие законы, ну, не жизнеспособно, грубо говоря. Оно, если даже не из-за внешних врагов, оно взорвется изнутри. То есть будут такие непримиримые противоречия, что гражданская война, ну, как бы неминуема, всеобщая деградация. Ну, не знаю, вот есть острова, на которых жили там всякие карлики, которые вымерли. Была ли у них гражданская война? Нашелся ли там человек, который сказал, что так жить дальше нельзя, мы деградируем? Ну, видимо, нет, потому что они вымерли, и сейчас мы наблюдаем только их скелеты. Это печально. Вот. Ну, здесь, в принципе, народу много. Может быть, такого и не произойдет. Вот. Но пока я не вижу какое-то самосознание у землян и какое-то стремление поменять все в сторону прогресса. Даже вот, ну, вот эти вот, как я говорю, люди молодые, которые, не обладая, как говорится, опытом, ратуют за что-то еще, они едут там в Приднестровье, воюют. То есть, ну, посылая их туда, конечно, с обывательской точки зрения это плохо, что они так поступают, но с эволюционной точки зрения, а как еще осуществлять отбор? Вот так вот. Для того я и говорю, любое вот такое правительство, там Путин или еще кто-то, они делают благое дело эволюции. Если они не будут, значит, давить, они не могут этого делать, не давить. А будет еще один Путин, будет сто их, пока нация, ну, не останется 10% от этой нации, 5%. 1% от этой нации, пока, и вот этот 1%, он не захочет быть терпилами, он все это сметет, установит совсем другие законы, и вот тогда начнется возрождение и процветание. А пока этого нет, все вот опрашивают, я вижу в комментариях, всякие ролики пишут, все жалуются, да, я получаю маленькую зарплату, а вот там жируют депутаты, а вот там еще что-то. И вот кто-то должен прийти ему, этих депутатов, значит, сдернуть, ему зарплату их не отдать, а он и дальше будет бухать каждый день и, как говорится, ничего не делать. Вот он жалуется, вот все так плохо, это несправедливо. Но почему с эволюционной точки это несправедливо? Депутат добился своего, он сильнее, быстрее, хитрее. А ты находишься вот в таком положении. А в чем тут несправедливость-то, собственно говоря? Несправедливо, если тебе несправедливо, так борись за это дело. Борись, но если ты не борешься, то ты просто, естественно, в нормальном состоянии находишься. В состоянии деградации, в состоянии вымирания. Вот и все. Эволюционные законы жесткие. Не мы их писали, они проверены миллиардами лет. Других законов быть не может. Вы можете ее обзывать. Как вот мне говорят, что эволюция, она, конечно, сука, она, конечно, плохая. Ну, я говорю, ну а что этим людям? Что вам бы понравилось сейчас стоять передо мной в виде огромной туши динозавра, жевать листики? Ну тогда, да, конечно, бы вы не рассуждали никакой эволюции, было просто нечем, потому что там мозг с горошину. Так почему же она, сука? Она довела вас до этого состояния, теперь вы можете свободно об этом рассуждать, ее ругать. А так у вас даже мысли бы этого не возникло, потому что их в такой черепной коробке ничего не помещалось. Вот так это все дело обстоит. Мне, в принципе, нравится мое нынешнее состояние.
Я эволюцию никак не считаю какой-то злодейкой или еще чем-то. Она, наоборот, прекрасна в своем роде. Она дает нам возможности, она дает нам надежду, она дает нам все. Только это нужно делать, не сидеть на месте, так сказать. Она дала нам чувства, она дала нам силы, выносливость и все остальное. У нас все при нас, которые нам нужны, сказать, органы, которые у нас скрыты всякие разные. Хвоста у нас уже теперь нету, многих других тоже не нужны. Ну, возможно, в дальнейшем появятся какие-то другие органы чувств. Может, телепатия у нас будет или еще что-то. Ну, вот я об этом и рассуждаю. И говорю, что нам не нужны войны. Нам только и стоит отказаться от медицины, отказаться принять то, что больные дети с отклонениями, это все-таки больные дети, что на них они не могут быть полноценными, и не надо радоваться этому. Да, это очень грустное событие, я не призываю их сжигать в печках или еще где-то, но и культивировать это зачем-то не надо. Нужно равноценно тогда, если уж вы ходите к ним каждый день и приносите им яблочки, игрушки, все остальное, почему у вас здоровые дети находятся в низшем положении? Почему вы не делаете культ здорового ребенка? Почему не устраиваете какие-то дни, какие-то парады здоровых семей? Почему вы этого ничего не делаете? Много что можно придумать. Можно, наоборот, поощрять тех родителей, которые имеют много здоровых детей. Им давать пропуска, билеты в спортзалы, в бассейн, строить для них бассейн, устраивать им какие-то поездки на курорты. Ну, фактически, да. Вот таким образом. Потому что я даже тот же Лапенко, который там 12-й ребенок, или там много их там детей, я не знаю даже, может, 17 детей. Вот, им помогало только в основном за граница. Одежду привозили, там еще что-то. Но они все выросли нормальными людьми. Вот такие семьи должны, в принципе. Ну, если им будешь тоже много помогать, это же эволюция тоже не нравится. Ты начнешь быть ленивым. Мне жалко людей, которых, конечно, вот этих вот наследников огромных богатств, которые уже могут не работать, не к чему стремиться. Они, как всегда, впускаются в какие-то тяжкие. И фактически, ну, только вот мы знаем из дворян, кто более-менее был, ну, чем-то хоть занимался, и то это было уже, так сказать, недолго. Ну, даже примеров таких привести очень мало. Ну, писатели, как вы говорите, может, Лев Толстой, как приходит на ум. Ну, тоже это всякое спорные, конечно, моменты. Вот таким образом у меня приходят на все это мысли. И я пытаюсь это все донести, но не подвластно это еще. Я шучу, иронизирую, но это так оно и есть. Не подвластно еще мозгам нынешних землян. Они, видимо, не достигли еще какого-то уровня. Я, конечно, тоже благодарен эволюции, что она перебросила меня скачками. Но были задатки, всегда я считался... Меня считали почему-то, я был не очень согласен с этим, каким-то умным человеком, каким-то, ну, как говорится, смышленым парнем. Все когда-то меня выделяли, все девочки в классе были влюблены. Ну, видно, какое-то чутье у них, конечно, было в этом плане. Но как это проявляется? Когда вот мне дочке сказал своей, что я иду, ну, против, так сказать, толпы, в другую сторону. Я всегда, что там, если всем нравится, то я считаю, что это мне зазорно, что мне скучно одно и то же говорить, какие-то банальности. Как вот я, вот, допустим, меня поздравляют с Новым годом. Я говорю, ну, я уже слышал это все 50 лет. У меня все одно и то же. Здоровье, счастье, это все это заученные фразы, все это лицемерие. Все, ну ничего новенького нельзя придумать. Он мне сказал, что она сожалеет. Я говорю, ну вот, представляете, она сожалеет. То есть я не как все, она об этом сожалеет. А я, наоборот, этому рад. Я никогда... Лучшая ко мне похвала, что я отличаюсь. Я отличаюсь. И каждый должен отличаться. Каждый должен быть индивидуальностью. Вот, она сожалеет. И она несколько раз это повторяла слово, я говорю, ну как ты сожалеешь? Ну вот я, смотри, я всегда критически мыслю, я вот нахожу какие-то новые идеи, я все это изобретаю. Я сожалею. То есть ее критерий быть
вот таким незаметным человеком, соглашаться с общим мнением, быть, как говорится, в русле той навязанной политики, с, ну, как я говорю, быть таким управляемым человеком. А эволюции нужны неуправляемые люди, умные, но неуправляемые абсолютно, которые бы не шли в Освенцим, не собирались бы у пунктов сбора с вещами, а, грубо говоря, бы противодействовали этому. То есть вот наша армия, которая отказалась воевать за Сталина, вот правильно поступила. Но это такой молчаливый, так говорится, саботаж. Открыто они так и не выступили, хотя у них было оружие. Открыто они не выступили. То есть еще нация не осознала себя, вот как, допустим, евреи. Они воюют, у них личная инициатива, когда они воевали с этими с арабами, там, экипажи, меняли под 5, по 4 танка, они подбивали, еще раз пересаживались. Они знали, что будет. То есть Гитлер им их уже научил, что будет с ними. И они этого не хотели. Здесь этого не произошло. И сейчас, когда говорят ветеранов, оскорбление с ветераном, ну, они воевали за маньяка, за убийцу, который геноцидом занимался еще до войны, до 40-го года. Он уже, по-моему, уморил 20 миллионов и еще сослал сколько. Вот. Они воевали за этого человека фактически. Ну, так оно и есть. Они не нашли в себе силы противодействовать этому. И после, так сказать, 45-го года куда-то делось 2 миллиона немцев на оккупированной территории. Вот. Куда они делись? То есть они полностью уподобились той же гитлеровской фашистской армии. Ну, она действовала во время войны. А они после 45-го года фактически никто не ответил за эти преступления. Это не военные преступления, это просто убийство мирного населения. После установления уже, так сказать, капитуляции. После капитуляции. И никто это не осудил. Ну и в том плане, что пока это не вскроется, пока это не будет обнародовано, обсуждено, разложено по полочкам, дана оценка, то нация себя не осознает, она будет делать то же самое, она опять будет повторять те же ошибки, повторять все по кругу, пока не останется, вот я где говорю, 10% населения, 5%, 1% населения, которые фактически потом все это, этот круг разорвет, который даст все-таки оценку, что было, что Александр Невский вовсе никакой не герой. Как они говорят, он может быть герой в Орде. Он защищал, в принципе, интересы Орды и подавлял восстание, собственно, народа в крови. Вот. А его сейчас, когда перестанут петь вот эти песенки, когда его там возвеличивать, ну и все вот такие вот герои здесь. Что сделала Орда? Она, конечно же, отбросила страну, законсервировала ее в том состоянии. И что делали вот эти Александр Невский и все остальные? Они защищали от европейского прогресса. То есть все войны, которые там были, описываются как благостные, что шведы пришли, те пришли, все пришли фактически, как и сейчас. Почему не хочет страна вступать в НАТО? Потому что она хочет законсервироваться вот в этом состоянии, когда опять же будут ГУЛАГи, опять же расстрелы, опять пытки, опять все остальное. А больше никакого, сейчас даже уже невозможно сказать никакому человеку, не может он объяснить, что, ну, вот бабушки боятся солдат НАТО. И вот какой будет сценарий, когда придут солдаты НАТО? Ну, если гипотетически так взять, что будет? Чего они, собственно говоря, боятся? Почему их это стращает? Почему мы отгораживаемся от всего мира? Что мы хотим? Что будет? Не нравится, и как я говорю, ну, не нравится им быть второй Южной Корее, не нравится им быть, как в ФРГ было, взлет промышленности и уровня жизни. Не нравится им, ну это все не нравится. Вот. Вот такие у меня идеи и мысли. Вот почему я говорю, что люди, которые вот, ну там сам обкуривают меня, как я говорю, что они фактически, я должен иметь к ним какое-то сострадание.
Почему они имеют право гадить вокруг меня, нарушать мое здоровье, портить мне все, а я как бы не должен ничего отвечать? Почему собаки должны на меня бросаться и кусать, а они не должны их держать на поводке? Почему это все? Я говорю, что когда уровень умных людей падает в какой-то национальности, в городе, в крае, не знаю, где-то еще, вы все хлопают в ладоши и говорят, изгнать их из страны, на корабль, утопить, это предатели, это еще что-то, кто говорит правду, как я, и все остальные, то не надо потом удивляться, что возникнет гражданская война, будут миллионы смертей, просто миллионы, потому что вы не можете просто так, я по щелчку пальца, взять и родить очень умных детей, очень любит, так сказать, воспитать их, обучить их. То есть, а эволюция только работает тогда, когда, ну, она в равновесии, когда 5, 10, 20% умных людей в какой-то конгломерации. То есть, вам нужно будет потом тогда сократить это население до вот этого уровня, чтобы их было 10%. То есть, если вам 100 миллионов, а вы сократили до одного, то готовьтесь к тому, что у вас станет 10 миллионов. Тогда процент умных людей, как говорится, будет в равновесии, и у вас будет нормальное общество. Но вы сами в этом виноваты. Вот так работает эволюция. Так работают законы. Но если вы этого не знали, сядьте за книжку и начинайте уже штудировать, ужасайтесь тому, что вы делаете. Что все-таки дети нужны не с генетическими отклонениями, которые абсолютно безнадежные. Даже вот умные люди, я смотрю, там всякие Латынины, еще, они собирают миллионы, миллиарды вот на этих детей. Никто не собирает никаких денег на какого-то талантливого ребенка. Ну, говорят, вот этот ребенок, да, имеет потенциал. Он сейчас вот, он здоровый, у всех отношения генетически, у него хорошая сердечная система, у него хорошо работает печень. Давайте ему и дальше, чтобы он сохранялся, размножался, давайте мы ему лучшие продукты без ГМО, то есть не без ГМО, а без химических каких-то включений. Давайте мы ему создадим условия. Давайте, ведь создать условия очень хорошо, не в классы по 40, по 30, по 50 детей, 5, по 6 вот таких собрать, чтобы они соревновались между собой, чтобы умные соревновались с умными. А сейчас умные соревнуются с дебилами, и они неминуемо, дебилы там не поумнеют, а вот умные опускаются до уровня дебила. Вот так вот. Как правильно мысль сказали, что все, когда давали свободу женщинам, думали, что женщины-то станут ядерными физиками, кибернетику начнут изучать, а они ударились, грубо говоря, в разврат и блядство. Вот что дала им свобода. В основном все это происходит вот таким образом. И опять же, все это дает. Это дает уменьшение рождаемости. И таким образом происходит саморегуляция. Вот, допустим, опять же, кто создал нацию, ну, чеченскую, там еще кавказскую, еще других. Вот эта война, то есть они, на них была... так сказать, нападение, они храбро сражались, у них были герои, и фактически они сейчас, им платят дань, они собирают налоги со всех, и, в принципе, правильно поступили, вот как надо поступать. А сейчас я слышу только в основном, что все должны кто-то прийти, за рубеж должен санкции наложить, деньги их не должны арестовать, да-да-да-да, и все, кто-то что-то должен сделать, кто-то что-то сделает. Так если они это сделают, ну, они могут это сделать, да. Ну, вы завтра сделаете то же самое, придет другой Путин, третий, 50, ну, у вас будет 100 их, потому что у вас нет механизма защиты от этого. У вас нет никакого механизма, потому что вы терпилы все, вот. И кроме этого, никто вам этого не говорит, кроме меня, вот. Люди даже в знак протеста, зная, что уже будет, что творится, они даже не могут эмигрировать, могут уехать. У них не хватает вот этого вот, это страх. Нам надо то, они начинают себе придумывать. Нам надо денег собрать, нам надо язык выучить, нам надо еще что-то. Ну вот, вот такое мышление. Вот такое мышление и приводит к полному, как говорится, краху в основном всего.
Я хочу что-то менять, но пусть за меня кто-то поменяет. Но я говорю, она поменяется. Это неизбежно. Через 100, через миллион лет, через 2 миллиона лет. Будет, как я говорю, будет процент умных людей будет очень большой. Только пройдет очень много катастроф экологических, гражданских войн и всяких разных. Только перед лицом какой-то угрозы люди начинают умнеть. Перестают изобретать полы, перестают заниматься социализмом и коммунизмом, этим воровством узаконенным. И начинают наконец-таки заниматься делом. А сейчас получается только один Маск занимается делом, а остальные все разглагольствуют, какой он хреновый. Вы посмотрите, сколько у него недоброжелателей. Вы можете посмотреть, это все завистники, это все злопыхатели, это которые люди ничего не смогли добиться. Это которые не то, что не сходят, они даже помешают ему. У него вот он должен был запустить уже свой для испытания уже в декабре. Ну, поработали леваки, поработали все остальное население, и все откладывается. Еще неизвестно, будет ли или не будет. Это постоянно происходит. То есть, если есть возможность чему-то помешать, они обязательно помешают. Помогать никто не помогает. Демонстрации я не вижу, чтобы кто-то вышел и сказал: «Руки прочь от Маска! А ну-ка быстрее давайте запускайте эту ракету, причем еще, мы тебе поможем». Нету такого. Все в основном: «О, да это не надо, да он там распугает кого-то, да там птичка какая-то пролетала, а вот она от страха какнула, эту птичку жалко, и все такое, и все сякое. И давайте лучше мы вырубим еще один там 1000 гектаров леса сожгем нахрен, чем вот таким образом будем ракеты какие-то пускать». Вот так все это работает. Фактически я никого ничего не призываю, опомниться, еще что-то. Эволюция все сделает за вас. Если вы ничего не делаете, не предпринимаете, вы не думаете, что вы что-то делаете. Вы делаете выбор. Вы делаете выбор на собственное уничтожение. Эволюция все сделает за вас. Вы можете пальцем не шевелить вообще никак. Все произойдет само собой. То есть эти процессы неостановимы. И я говорю, что может и Матис со мной спорить, могут еще остальные, могут это не принимать, называть меня как угодно. Но все это будет через какое-то определенное количество времени. Только через пот, кровь, страдания и, возможно, уничтожение каких-то наций. Просто кто не встанет на путь прогресса, тот будет вычеркнут из эволюции. Потом косточки его будут лежать без... И у меня стоят никаких потомков. Вот и все. Вот так это все происходит. То есть, если вы что-то не делаете, это не значит, что вы ничего не делаете. Вы фактически в этот момент начинаете деградировать. Если вы не подняли сегодня штангу, значит, вы завтра ее не сможете уже кирпич поднять. Если вы сегодня не поднялись на 5-й этаж, то завтра вы не сможете на 4-й. И так это все идет. Если вы поставили во главе государства, правительства какой-то еще дебилов, которые в детстве были с отклонениями, то ждите завтра, что они устроят вам по общую бойню. И фактически все равно выживут те, кто поумнее, кто поспособнее, кто... Эволюция возьмет свое. Ну или не возьмет, как мамонты, как динозавры и все остальные. Но она возьмет таким образом, что вы-то исчезнете, а возникнут, видно, другие виды из чего-то. Пройдет еще сотня миллионов лет, и уже не будет человека, а будет какое-то другое существо, более разумное. Может быть, Вселенная сделает еще 2-3 захода, пара подхода. Будет другая Земля на каком-то другом месте, раз вы не получились. Это ваш выбор. Вы не встаете на сторону прогресса, эволюции. Вы ее отвергаете, вы ее ругаете. Вы начинаете делать искусственный отбор не в хорошую сторону. Вы называете это все как-то гитлеризмом, фашизмом, еще остальным. А как вы и устраиваете тем самым еще хуже. То есть абсурдная идея заселить всю землю какими-то детьми с отклонениями.
сделать, дать им больше, ну это просто верх дебилизма и просто преступление. Это просто преступление. И она не может никаким образом быть оправдана. Ни каким-то милосердием или еще чем-то. Так что, в принципе, я так и понял, что рассказал вам, что было в Алаидыче, что он сделал, какие достижения. Я не говорю, что евреи должны ему памятник поставить. Хотя, в принципе, в плане, что он назидание, ну, в принципе, да, он сделал их не нацию. Ну, надо украинцам поставить памятник. Но если как они выйдут из этого положения, еще неизвестно. Украинцам поставить памятнику Путину. Ну и так вот двигаться по этой траектории, что а здесь получается, что наоборот не осознается вот это влияние таких отрицательных личностей для процветания нации. Оно почему-то не осознается. Но вот я сейчас вам рассказал, подумайте над этим, какие-то еще, может быть, примеры найдете. Кстати, меня еще интересует факт, что в армию вы отбираете самых здоровых, самых сильных, самых рослых, ну не знаю, умных, неумных, умный в армию не пойдет. Ну и потом посылаете их, соответственно, на передовую, и там их, соответственно, шинкуют, почем зря. А типа самые, которые непригодны для воинской службы, там, я не знаю, кривоногие, горбуны, все остаются живыми. Что-то это как-то странно. Почему вы не присваиваете самым, так сказать, ну, соответственно, здоровым, генетически, физически, вы же отбираете, когда, вот, допустим, на суррогатное отцовство отбираете, что вот у тебя здоровые дети, вот у тебя там все, нужно в поколении показать, что ты здоров, генетическим заболеванием не страдаешь. Почему вы не присваиваете таким, ну, как сказать, мужикам, ну, статус производителя? И он бы ходил с этим значком. И говорит, ну, с тебя освобождаем от такой воинской службы, тебе даем привилегированное питание, ты все. Но ты должен иметь там не меньше 12-15 детей. Ну и женщинам такая же образом. Ну, мать героиня есть, отца, кстати, нету. Вот это все мне как бы немножко странно. Вот. И тогда бы человек ходил и гордился, что вот он действительно, у него есть статус такой. Он в знаке почета и все остальное. А в армию почему вы? Наоборот, надо брать всяких разных. Вроде как и не жалко их. Ну, жалко, не жалко, но вы же производите отбор, так сказать, по какому-то критерию. Почему вы по этому критерию-то производите отбор тогда? Вы уже занимаетесь, так сказать, евгеникой, этим генетическим отбором или еще чем-то. А это неправильно, даже с вашей позиции. Вот и получается, что погибают самые лучшие, а в тылу остается черти чё. И они потом дают вот такое потомство непонятное какое-то. Зачем вы это делаете? Видели вон фильм «Спасили Дову Райну»? Ну как это? 7 сыновей погибло, и тут еще и 8. Но они и то задумывали, что фамилия-то не должна прерываться. Вообще, как можно в армию брать молодых парней, пацанов, которые не имеют ни семьи, ни детей, которые после себя даже там, кому его придавят, там, или там убьют его сослуживцы, или отравят чем-нибудь, и он не оставит у себя никакого потомка. Почему вы забираете молодых, вот этих 18-летних, там, или вообще не оперившихся парней на эту каторгу? Ну, чтобы их легче было сломать, чтобы они, как безропотная скотина, выполняли все ваши приказы, как бараны. Вы боитесь здравомыслящих людей? Ну, получается, что так. Но без потомства вообще брать нельзя на такие профессии. Ну, как это тебя посылают куда-то там дохнуть, а ты фактически выключен из эволюции? Вот как это так можно? Это вообще кощунство, я считаю. Когда сын погиб, а после него даже внуков нет. Это ужас какой-то просто. Хуже просто даже невозможно ничего представить. И еще один самый главный вопрос. Почему эти, так сказать, любители детей больных и такие жалостливые не восстают против, допустим, китайского вируса, когда родители болеют, люди болеют? Почему они ничего молчат? Почему они ненавидят того, кого легче ненавидеть? Допустим, геев, допустим, еще кого-то.
Они, ну, которые абсолютно безобидны. Их легко ненавидеть. Их с ними легко бороться. Почему, когда я... Ну, металлисты там и все остальные поджигали, так сказать, эти корабли и отравляли этим удушливым газом, ну, этим практически химическим оружием. Весь район, один я только бегал, потому что я боялся за своих детей, за соседских детей, за детские сады, там еще за что. Почему вот эти вот родители, так сказать, которые обзывают меня, там, не знаю, там, Адольфом, еще кем-то, почему ни один меня не поддержал? Вот почему так все это происходит, а? Почему, когда дело касается дела, допустим, нужно проявить смелость, надо пойти, прекратить, чтобы там китайцы тайгу поджигали, почему, ну, чтобы китайцы отравляли нас какими-то штаммами, почему, что нужно, чтобы дети не страдали от этого всего, почему нужно, когда, чтобы продукты были в магазине не химически отравлены, почему вот эти вот родители за детей церебрального паралича, там еще каких-то, которые говорят, что я бессердечный, почему они ничего не делают против этого? Почему, что дети рождаются с этими отклонениями, но мы жрем такие продукты, а они молчат? Ну почему? Кто здесь зло? Кто здесь зло? Скажу, нам не завозят продукты, запрещено, вон их каждый день уничтожают на границе, качественные, хорошие продукты. Своих продуктов отравить детей, чем понятно, но у них все молчат. А я, получается, злодей. Но почему так? Можете мне кто-нибудь ответить? Почему, когда в Азове горела помойка, и она всегда горела, там, это твердых бытовых отходов, этот весь вот этот вот пластик, все этот дым шел на весь поселок, и только один я возмущался, потому что мои дети задыхались, а их дети не задыхались. Вот. И вот такой менталитет у этих людей. Они ходят по всем этим детским домам, потому что это легче. Это просто. Это лицемерие. Так, чтобы пойти и не предотвратить это, никогда, мы боимся, это дело не наше. А вот так пойти, игрушечку подарить, там еще что-то, это очень легко, это все видят, это пиар такой. Вот это и есть лицемерие, вот такие они страшные люди.